Всем доброе утро. Восхитительный абсолютно восход солнца. Мы наблюдаем с вами Сан-Исидро. Но долго любоваться этим не будем, а пойдемте посмотрим на графики. Конечно же, на графики, потому что это то, что волнует нас. Итак, биткоин у нас все еще зажат в этом диапазоне сужающегося канала или треугольника, как хотите. Вот у нас тут появились сильные покупки по ТРДР, удержали цену. Вот были сильные продажи, то есть в принципе это уровень 41500, 43500 плюс-минус, 43600. Вот в этом коридоре сейчас цена в этом боковике ходит, и как правило она сразу такие уровни сильные не прошивает. Но опять же, тут ничего не гарантировано. Сейчас может быть коррекция хотя бы вот к нижней границе канала, где появится еще большая плотность. А может также быть и отстрел наверх на ретест вот этого продавца. Вот, но хрен с ним, с битком. Сейчас на самом деле гораздо более интересно на альтах движение происходит. Вот Атом снова отбился. Похоже, уже откорректировался. Похоже, отконсолидировался и пойдет дальше наверх. Stellar. Инверсные лонги на MEXC, кстати, на бирже, где до сих пор не парится KYC. И много отличных монет там есть, в том числе и каста, о ней мы тоже сейчас поговорим обязательно. Так вот, Stellar тоже, я думаю, что лонг, я тут по чуть-чуть разгружаю, и в целом наверх сейчас это играю. Единственное, что нужно поставить стопы, конечно же, где-то нужно поставить стопы, в прибыль. Можно поставить стоп на часть позиции. Вот, то же самое я сделал на Bybit, захеджировался стопами на всякий случай, потому что рынок уже, конечно, шаткий, ребята. Я хочу вам сказать, что на CandleWave на дневном таймфрейме у нас был сигнал sell, мы пошли вниз. На том же TRDR 4-часовик здесь сильных покупок нету, то есть тут только продажи тоже сильные, видите, давят вниз. Поэтому все еще есть вариант коррекции биткоина куда-нибудь, ну, хотя бы закрыть гэп ниже 40 тысяч долларов, короче. Вот, но это не значит, что альты не полетят наверх, уже могут, потому что мы видим реально альт-сезон, мы видим, что какие-то щитки стреляют на, вон, на 1000%, на сотни там, но это уже признак, короче, того, что дурные деньги вливают в рынок. Орди, посмотрите, Орди сейчас, как закончится хайп, получится отличный шортовый заходной, я вам серьезно говорю. Ну, подрастет он еще чуть-чуть, может, хотя уже не факт. Орди сейчас, если пробьет вот этот уровень, 50 долларов, да крышка ему. Ну, в краткосроке, по крайней мере. Так что хеджа вы можете что-нибудь пошортить, если у вас дофига лонгов и вы боитесь, что вас снесет. Хеджа вы можно что-нибудь пошортить, но с дисклеймером аккуратно. Вон вот этот какой-то миллион вини USDT. Тоже я вот там что-то поскальпил уже. Какая-то ерунда стреляет, можно смело ее торговать. На наших любимых биржах Bybit, MEXC и остальных, ссылки на которые в описании, друзья. Вот. А что хочу сказать... пока на фьючах идет болтанка и всех выносит по стопам, кого ликвидирует, кто забирает частично прибыли, на споте монеты разворачиваются. Посмотрите, что происходит с каста. Все долго спрашивали, что там с каста. Вот что с каста. На недельном таймфрейме она отсигналила нам вот здесь. Market Order Bubbles – это рыночная манипуляция, то есть это было дно. Это искусственно цену давили по рынку вниз. И вот сейчас мы вышли опять на уровень предыдущего дна по касте. Может быть какая-то коррекция от него. Но на дневном таймфрейме у нас по касте вообще Golden Cross, смотрите. Впервые пересеклись эти две скользящие средние. И похоже на зарождение нового тренда. Поэтому, чуваки, реально вы можете купить касту на споте на трех биржах. Ссылки на которые найдете в описании. Bybit, MEXC и Gate. Вот такая тема. И не только касты, кстати. Дофига сейчас альтов, которые стоит подбирать потихонечку и держать, потому что, ребята, альт-сезон нас ждет с вами. Вот он уже набирает обороты и всякое говно стреляет. Поэтому убедитесь в том, что вы сбросили то, что улетело сюда, и набрали то, что еще не улетело. Да помогут вам метрики из описания, и да пребудет с вами удача. Так что... такой короткий сегодня обзор. Хотел ваше внимание обратить на каст, что она реально развернулась, и ее нужно брать. И там все разлоки уже кончились, как раз цена отличная. Цена примерно как на сид-раунде, как на приват-раунде. Так что уникальный шанс, я считаю. И проект развивается активно. А что по битку? Да, в принципе, тоже. Ну, вообще формация, конечно, медвежья. То есть мы тут рисуем понижающиеся
хай, это может сходить и вот сюда, за колом ниже. Но в долгую картину это не поменяет, поэтому убедитесь в том, что вы накапливаете BTC, а не какое-нибудь дерьмо. Потому что, как мы писали у нас в телеге, где, кстати, очень много всяких новостей интересных и видосов, постов, видосов, так что обязательно подписывайтесь к нам в телеграм. Вот, как мы писали здесь, трудные времена создают биткоинеров, биткоинеры создают хорошие времена создают щиткоинеров, щиткоинеры создают трудные времена. И это действительно так, это циклы, это рыночные циклы тупых и умных денег. Вот мы видим, что сейчас умные деньги накапливают, как они всегда это делали внизу этого канала, а тупые им продают, потому что купят опять наверху. Так что, ребят, не забывайте об этом. И вот, опять же, результаты опроса. У нас в телеге 2000 человек проголосовало. Биткоин сейчас 32% считают, что безоткатно пойдет на 50 тысяч. 32% откатит на 30% перед продолжением роста. 23% уйдет в долгий флэт до халвинга. И 13% пойдет на дно. Это еще не бычий рынок. Ну, вот делайте выводы сами. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. Всем профитроли. Ставьте стопы, лайки, тейки. И увидимся в следующем видео. Пока.